уважаемые зрители, эти аплодисменты вам. Итак, наш новорожденный плавает в бассейне. А теперь отец Коля. И представление открывает Горюша. Спасибо, Горюша. Теперь можно начинать. Вы, наверное, знаете, что дельфины очень любят играть. И любимый игрушка у них мяч. Давайте посмотрим. Аплодисменты могут быть еще громче. Благодарим, что сейчас все ваше внимание мячам в воздухе. Молодцы! Сейчас у нас самый большой мяч, любимый. Итак, Гаврюша! Давайте громче его поддержим. Какой молодец, принес мяч на самый кончик носа и ни разу не уронил. А сейчас мячом поиграет Коля и не просто поиграет. Вот у нашего поля солнышко будет такое. Замечательно. Ну что ж, осталось всего пару ярких штрихов. Вот такие. И картина готова. Вот так, штрихи. И кто станет? Потрясающе! Еще никому не удавался такой номер. Молодец! Упорный гон и его вот даром не прошли. Умничка! И хотел за мгновение ощутить это незабываемое чувство свободного полета. Но только самые смелые отваживались покорять небеса. И вот еще, дорогие друзья, на ваших глазах мечта станет явью. Нужно лишь только поверить. Ну что, на пути к мечте поддержим наших артистов? Вся миссия! Громче! Так, вот наш актер в роли капитана.
нашел Шелмашка беда и свалился в океан. Кто же поможет нашему Семену? Конечно, закадычный другарюша. Красный сектор, встречай нашего артиста. Если ты готовы, давай еще больше. Выступали Черновские и Наполины, наш малыш Вита.